Многие парни хотят, чтобы его предложение руки и сердца запомнилось на всю жизнь. Поэтому они и выбирают какие-нибудь живописные локации для этого события. Самое главное – не уронить кольцо, иначе эмоции на лице девушки будут не совсем теми, которые предполагались. Кошки – крайне любопытные животные. Им постоянно хочется забраться куда-нибудь и проверить обстановку. Не советую подпускать их к своему новенькому телевизору. Итоги матча узнавать пришлось через интернет. Думаете, этот парень хочет заняться рыбалкой? Как бы не так! В его голове в этот момент созрела очередная странная идея. Кажется, в итоге он все же пожалел о своей задумке. Привет, с вами канал Фактория! Трюки, которые выполняются непрофессионалами, чаще всего заканчиваются не по плану. Сдается мне, что он совершенно не желал слетать с качелей. Собаки – это источник бесконечной энергии, особенно собаки маленьких пород. В этот момент сердце хозяйки остановилось, ведь она думала, что за стеной балкон заканчивается. Парнишка решил снять себя рядом с огромной фигурой крысы. Вот только сама фигура оказалась костюмом, чего никто не мог ожидать, ведь все время аниматор стоял неподвижно. Присылайте свои видео по ссылкам в описании под этим выпуском. Большинство лайфхаков придуманы лишь для того, чтобы они просто были. Ребята хотели при помощи скотча избавиться от пятна с краской, но спустя несколько попыток пришлось идти за новой курткой. Хозяйка решила выпустить на прогулку своего любимца, и в этот момент она осознала, что животное стоило отдавать в цирк. Молодой щенок застрял в собственной клетке, пока хозяйки не было дома. И что в итоге? В итоге пришлось вызывать бригаду спасателей, которые совместными усилиями выпустили его на свободу. Как выглядит настоящее зимнее невезение? Примерно так. В доме случился потоп, пока вся семья была на работе, и при этом окно было открыто. Из-за минусовой температуры вода на кухне превратилась в лед. Иногда фокусы дилетантов выглядят настолько нелепо, что их тут же хочется повторить. Но этого парня настигла мгновенная карма за то, что он решил возвести ситуацию в абсурд. Какая может быть самая ужасная потеря для современного человека? Конечно же, его смартфон. Так что тщательнее за ним следите, особенно находясь рядом с печкой. Девушка решила предложить своему питомцу выбрать руку, в которой будет вкусняшка. От такого поворота событий пес настолько растерялся, что не мог думать ни о чем другом, кроме как о своей ошибке. Еще одному собакину предложили право выбора угощения. После несложных махинаций со стаканчиками он указал на тот, где лежала лишь одна штучка. И теперь взгляните на его морду, когда подняли второй. Всегда смотрите под ноги, иначе рискуете облажаться, как этот невнимательный щенок. И это еще не конец, на те же грабли наступил его друг. Ну а третий решил просто поддержать компанию. Наверное, в голове каждого кота хоть раз проскакивала мысль попробовать допрыгнуть до люстры. Естественно, никогда эта задумка не заканчивалась чем-то хорошим. Интересно было бы взглянуть и на лицо хозяина. Трамплин перед озером. Что еще нужно для хорошего отдыха на свежем воздухе? Но только в полете парни поняли, что идея была не такой крутой, как казалось в голове. Самый большой страх на американских горках, что трасса сломается прямо во время поездки. И эта ситуация очень даже реальна. Представляете, какая паника охватывает в такой момент? Парень решил почувствовать, каково это находиться в сосуде, полностью переполненным арбизами. Но в какой-то момент конструкция не выдержала, и все содержимое оказалось на полу комнаты. Возвращаешься домой и тут же начинаешь пересчитывать своих питомцев, ведь кошка недавно дала потомство. Все на месте, кроме одного, того самого, который застрял в унитазе. Кто-то слишком плохо закрепил прицеп, и он в какой-то момент начал скатываться с горки посреди дороги. Представляете удивление водителей, которые оставили свои машины на этой парковке? Девушка попросила своего парня подержать ее на всякий случай, пока она проверяет толщину льда. Кто ж знал, что парень не справится с возложенной на него ответственностью? Думаете, что у всех котов в генах заложено охотиться за грызунами? Вовсе нет. Спустя годы жизни рядом с человеком, некоторые из них боятся подойти к крысе, а попытка отвоевать свою еду чаще всего заканчивается поражением.
Обитатели морей и прочих водоемов часто могут вызывать не просто удивление, а самый настоящий шок. Кто-нибудь знает, что это за жуткое существо такое? Почему многие любят подшучивать над девушками за рулем? Вот, например, дама, которая не может попасть в собственный автомобиль, пока он задним ходом катается по кругу прямо по дороге. В итоге ей помог случайный прохожий. Успешный пит-стоп на профессиональных гонках – это результат слаженной работы всей команды. Но иногда и в такие ответственные моменты случаются небольшие неприятности. Кошка, которая играет с резиновой уточкой в наполненной ванне – это слишком милое зрелище. В какой-то момент она даже решила сама спуститься в воду, чтобы продолжить игру, но тут же пожалела об этом. Вы когда-нибудь держали в руках живого кальмара? Если вам это удастся сделать, то будьте готовы, что морское создание не сдастся без боя и обольет захватчика чем-то неприятным. Чтобы вырезать фигуры изо льда, нужно обладать запредельным уровнем аккуратности. То же самое касается и про перемещение уже готовых фрагментов. В этот момент он понял, что сейчас получит еще и от скульптора. Современные технологии позволяют каждому человеку снимать видео во время отдыха в воде. Но эти технологии не спасают от внезапного появления акулы. Парню удалось вытащить из воды крупную черепаху, и он был этому безумно рад. Тут же начал хвастаться всем окружающим, но черепаха не потерпела такого обращения с собой. Во время морского круиза начался сильный ливень, и пассажиры осознали, что их судно надежное лишь снизу, а сверху появилась течь, и с каждой минутой ситуация только ухудшалась. Тот самый момент, когда понял, что из всех стиральных машин в прачечной ты выбрал единственную сломанную. И теперь всю стирку придется стоять рядом, придерживая дверцу ногой. Не представляю, насколько нужно быть уверенным в себе, чтобы попытать свою удачу на таком тонком льду. Чайки – это самые наглые птицы. Они не постесняются украсть у вас пищу не то что из рук, а даже изо рта. Так что если видите чайку, а у вас вкусняшка в руках, то бегите подальше! Не знаю, о чем думал этот мужчина, когда лез купаться в водоем, где плавают крокодилы, но в какой-то момент ему стало слишком дискомфортно. К счастью, никто не пострадал. Вы все правильно поняли, произойти в этот момент может только одно. Когда уже начнут лишать прав тех, кто на полной скорости пролетает по лужам мимо людей? Попасть в баскетбольное кольцо одной рукой, стоя спиной к нему, это звучит как действие, которое за свою жизнь должен выполнить каждый. Но лучше всегда поворачиваться сразу же после броска. Друзья знали, что у них очень впечатлительный знакомый, поэтому всю поездку на американских горках снимали его. Выражение лица, когда состав тронулся в обратном направлении, просто бесценно. Длинноволосый пассажир спереди настолько взбесил девушку, что она решила отомстить по полной. И одной жвачкой тут не обошлось, оторвалась как следует. В итоге борьба за существование продолжилась даже после мести, но такие методы я не поддерживаю, решайте все мирным путем. Еще одного кота его собственное любопытство завело в тупик. Финал был слишком предсказуем, он присоединился к своей хозяйке в ванную. Гордон Рамзи, пожалуй, один из самых известных поваров в мире. Но этот статус не мешает его дочке шутить над ним, словно над младшим братом. Такой подставы от своего потомка он не ожидал! Пожалуй, это один из самых смелых способов познакомиться с девушкой. И судя по ее лицу, она до последнего момента не могла понять, что сейчас произошло. Почему нам постоянно запрещают качаться на стульях? Сломанный стул – это не основная причина. Основная – это кирпичная стена, которая в неподходящий момент может оказаться сзади. Парень хотел продемонстрировать свой удачный косплей в честь 1 миллиона подписчиков, но в этот самый момент дверь за его спиной открылась, и за ней показалось недоумевающее лицо соседа. Жестокий пранк, который вышел за все разумные рамки. Девушка не остановилась после своей выходки и подкинула ножницы ничего не подозревающему парню, который находился рядом с местом преступления. Мама отправила кататься своих детей с горки, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и их поездка продолжилась уже по дорожке.
Хоть парень и пытался всеми силами помочь даме безопасно сойти с яхты, но она все равно оступилась. Финал очевиден, все оказались в воде. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные тиктоки. Все ссылки в описании под видео.